Может, не будем грабить священное место, а просто уйдем? Если я захочу узнать твое мнение, я спрошу. Теперь можешь достать до чаши. Ну, что это значит? Семя. Запомни форму. Ну, ясное дело.
Ну давай. И муж, и звери, и яблоня. Все начинается с меня. Да, это семя. Глупые загадки. И все-таки это дверь. Отлично. Снова этот рогатый. Что ему теперь-то нужно? Он меня бесит. Он еще вернется. Нам точно нужно туда спускаться? А ты знаешь другой путь? Нет. И? Отсюда нет пути наверх. Я знаю.
Может, поднимешь его повыше, чтобы я видел, куда стреляю? Стреляй на слух. Учись. Учусь. Как мы переберемся туда без кристалла? Найдем кристалл.
Чего ты ждешь? Мы зря здесь теряем время. Пора идти. Неважно. Снова колокола. Видно, рядом нарнирский сундук. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь? Сын, здесь еще один. Это великанша, волшебница. Ее зовут Гроа. У нее были видения. Один убил ее за книгу? В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем бы вы думали? Точильным камнем. Крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. Я могу сделать что угодно. Наверное, тебе нравится работа моего брата. И очень зря.
теперь пойдем? Ты точно хочешь таскать его в руках? А что будет, если на нас нападут? Гляди в оба и молчи. Куда мы теперь пойдем? Стреляй, мальчик. Я знаю, что... Можно использовать ту же чашу песка, что и в первый раз. Скорее бы выбраться.
Аштридер, Гробрадри, Врикимун, Фиалт. Нет, не может быть. Что он сказал? Что мы сделали роковую ошибку. Мы помогли не тем? Я... Дай угадаю. Ты с умным видом скажешь, что не надо было влезать? Довольно. Пойдем уже. Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама! Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Трей. Забудь. Ладно. Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый... оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать, правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард, к Черному Дыханию? Или тут еще дела остались?
наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Давайте начнем. Не посоветую. Если ты не спешишь. Атрей, ко мне! Должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она, ее страх. Если повторится, скажешь мне, ясно? Обещаю. Свет у нас в Мидгард.
Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил, но теперь мне туда хода нет, из-за одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами, пробудил воспоминания. Да, и короче, к делу давай, у меня работы по горло, в отличие от некоторых. Брок! Ну, что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступать ему клеймо я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Чего тебе? Обнимашек? Отвали. Прости. Ты и часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает. Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Брок, ты знаешь что-нибудь про змея в озере? Я знаю, что он здоровенный. А, ладно. Другое дело.
Кеп! Терять тебя не отхватит по кусочку. Ты достойно, засранец. Носи с гордостью. Тебе мелкий. Ну что, удачной тебе резни.
Помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай.